Прям честно, все, пришел, мы отработали это на эту зону для того, чтобы завтра тест. Завтра. Обязательно приди завтра. Человек приходит завтра. И мы начинаем с ним смотреть. Оп. И боль вернулась на те же круги своя. Вот что мы вчера с ним работали. И то же самое. Вот Это так же после входим. массажа, если просто после массажа. Сначала после массажа мы добились того, чтобы боль убрали с этого цервикального отдела. Да? Ну все, должно быть нормально. Все, проходит немножко времени. То есть даже сутки, вот сутки прошли. Суемся, и опять та же самая боль. Это все, к бабке уже не ходи. Первый признак – паразитоз. Чих там тучи разные. Да, причем нет, там как даже вот я просто забыл. Это конкретная живность. Там даже есть тоже методы, вот там эти с таблетками все связано. Вот целенаправленно, вот пока их, значит, не уберешь, симптом будет возвращаться. Да. Естественно, что мы, значит, хиджамы, да? Естественно, ну, чтобы там повысить иммунитет, кровоток, там движение как в этом отделе. Вот мы, естественно, да, надавливаем там же, да, вот мы на эту ставим баночку, конкретно уже прям. Лецикальный, да, пупок. Лецикальный как находится? Чисто проекционно. Пупок, значит, подвздошная кость, да, самая верхняя часть. Вот от нее проводится как бы линия, да, делится на три части, да, вот считается. Ну, это классика, да, классика. Вот, и, да, через куда я гоню этот, с левой стороны, да, вот. Лецикальный у нас здесь, с правой, да. Правый. То есть, значит, находим пупок, значит, вот печень, правая сторона. Там, естественно, дальше эти нюансы. Вот, понятно, да, находим вот эту верхнюю часть подвздошки, да. Пупок, проводим линию прямую, да. Делим на три части, да. На три части. Одну третью часть берем, считается, ну, чуть ниже, так вот. Ну, там уже определяешь, уже пальторно чувствуешь, что чуть выше, ниже. Там, а вот она. Вот. И туда тихонечко расслабим живот, естественно. Входим. Мы точно вот так, что действительно здесь длинноватенько. Вот поэтому сюда смело ставим банку. Да, значит, естественно, женщины, женские там проблемы, да, вот всякие, да. То есть мы, естественно, находим лобок, да, лобок. И, значит, прямо на проекционной матке ставим то же самое. Там какие бы проблемы ни были, добиваемся также вот веса, откачиваем, все чудесным образом выздоравливает человек. А сколько раз можно на одной зоне работать? Ну, это я же говорю, то есть, Я имею в виду... Вот... я понял, то есть, насколько часто можно возвращаться, Да. да? Просто чуть-чуть увеличивайте каждый раз разрыв. Например, если чисто классически проходить все 7 зон, значит, вот мы первую зону сделали, 2 дня подождали, на третью сделаем вторую зону, опять 2 дня, через 2 дня третью, через 2 дня четвертую, ну и так далее, да. Но мы решили, что у человека проблемы в тазобедренном, в животе, где-то вот в этой области, где-то, да, там все застой, да. То есть мы решили, что там все-таки надо уделить внимание, там выбрали какая зона, там пятая получается у нас, да. Вот. Мы до нее дошли, прошли ее, также идем все в том же режиме, прошли зону, например, там шестую, также паузу, да. Но с этого, когда мы последний раз сделали, мы как раз засекаем вот это время. Вот это мы сделали, например, да. 2 дня прошло, 3 дня прошло, значит, мы уже пошли куда? На грудь, да. Потом еще 3 дня прошло, мы уже знаем, мы пошли на голову с руками. Сколько там уже прошло? Уже дней 7? Неделька, да, уже, да? Вот. И мы уже можем вернуться, повторить 7 дней, ну, даже лучше, ну, даже 7, не 8, да, нормально уже, то есть больше, да? Вот. Потом мы как бы уже в другие-то уже проблемные места не будем возвращаться, но мы
человеком договариваемся хотя бы раз в неделю или раз в 10 дней, чтобы он появлялся, и мы все равно будем повторять эту зону, повторять. Понятно? Это насечки все так же сидят. Они исчезают через 3 дня, их уже нет. Поэтому ничего не боимся этого делать. Вот, чтобы... Тут самое главное, чтобы иммунка, чтобы не надорвать, и чтобы она там это, вытрачив глаза, там загнала с лошадь. Нет, чтобы она спокойненько за это время адаптировалась, все, включился ритм. Мы еще подстегнули, еще подождали, 5 дней. То есть увеличиваем расстояние, 7 дней. Второй смысл, там, например, 10 дней, потом дней 12. Ну, чуть-чуть интервал увеличим каждый раз. Количество можем смотреть. А потом раз в месяц. Ну да, смотреть. Надо смотреть. Ну так уж до месяца. Ну, ну то есть да, то есть вот где-то, ну. И проблемка должна уйти. Конечно же, да. Конечно же, да. Может, не при... полгода раз может подойти или как? Два раза. Сначала, да, вывести на определенный такой уровень, да, а потом, да, там, да, даже как бы по хиджаме даже рекомендуют, вот они как бы такие уже настоящие верующие люди, там вот они как бы раз. По-моему, даже или раз в год, или раз в полгода они это проходят хиджаб. А дети с какого возраста можно? Ну, детям-то, ну, в принципе, как бы, ну, как обычно где-то, ну, я не знаю, ну, лет с 10-то уж точно можно, в принципе. Как бы, и массаж, в принципе, да, то есть можно в полный рост там практически. Ну, в принципе, я не знаю, ну, как бы, я лично за все время ни разу ребенка не делал, просто, как бы, у меня даже, не знаю, как бы, то есть, ну, как бы, причин, что ли, нет, как-то, ну, не... Да, они не придут. Да, дети... Да, поэтому что-то даже у меня сейчас, например, как-то неожиданно же этот вопрос, у меня ни разу не было. Старухи... Свои-то бывают, и они болеют, 80, мало ли. Мужики, а там, 82, 85, и Ростови, там, вот такие все, вот. А вот детей что-то ни разу не было. Чтоб хиджаму никто. Никогда. Массаж, да, там есть. То есть они массаж тоже им делаешь, они как червячки, они не лежат. Да. 10-12 да. Вон вот так хихикает. Да, вот да, да. Поэтому больно, то ему щекот. Поэтому там я посмотрел, там один технику делал, этот самый, вот тот же половинка. Он с детьми больно-то утипути, чтобы вот это. Там есть, конечно, человечек лежит такой уже, маленький старичок. Лежит такой. Ну, такой понятный стиль, ладно, ну, с ним можно еще работать, да, то есть. А вот действительно какой-то живчик там это все, а он просто спокойно взял его, раз, на колени, положил там это, что-то ногами двигает, потом перевернул так его, короче, вот, короче, как вы же, вот, сам движух какой-то создает, ноги так, 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 и что-то и вроде раз, можешь, поработал, минут 15, ну, так интенсивно, так и так, так прогнул там. С маленьким ребенком вообще там удивительные чудеса. Так, ну, в принципе, что получается? У нас практически все зоны фотки. И даже обязаны быть, как нет рефлексотерапии для оснащения. Mm-hmm. Вот подразумевается, а можно тогда официально писать, что ты делаешь хиджаму? Если у тебя кабинет лицензирован под рефлексотерапию. Не знаю, вот это вот. Так, смотрите. Если человек медик, да? Да, просто я знаю, что это относится к оздоровительным практикам. Да, хорошо, это хорошо, ничего хорошего. Эти сертификаты выдаются, открываются, люди работают как-то, ну, то есть, ну. Но к лечебным не относятся. Да, нет, да, да. Вот, значит, что я, руки, значит, на что вы должны обратить внимание? Руки это, вот, значит, вот так мы поставили ладонью вверх, это мы ее превратили в индийское состояние.